который я купил себе, друзья, 2 штук свитер. Хорошо выглядит. Друзья, второй я одевал. Это чуть-чуть побольше. Как показывает, очень-очень молодой, но не такой. Очень толстый показывает. Нет, но свет отличный, красиво, но низу, которые, видите, вот таких испортятся. Всем привет, дорогие зрители, канал Папа Юсуф. Я приехал сзади, выглядит, который церковь центр депо. Я себе хочу купить что-то. Я надеюсь, так уже летняя одежда, большой скидка есть. На осенью уже там одежды очень много должно быть. Я хочу себе купить, вам показать, которая, какая сумма, какая дела, как идет торговля. Туристы есть много, туристы есть. Погода сегодня днем плюс 32. Отличная погода, я джинс одевал. Вот, друзья, сейчас пойду в магазин, короче. Хочу себе купить новое что-то. Друзья, еще не изменились, которые маски. Церковный центр, когда идешь, маску одеваешь и хэс-код, который показываешь около дверь. А сейчас пойду, показываю свой хэс-код. Вот, захожу внутри, я вам все сниму, показываю, друзья. Сразу в уход. Очень много магазин, красиво, народ есть внутри, люди купают. У меня и здесь несколько магазинов есть, любимый магазин, который спортивный магазин есть, подальше вот так идешь прямо. Аутлет магазин. Там интересная обувь иногда перевезет, который классический такой, который я люблю. Кроссовки, друзья. В свое время кроссовки у меня не нравятся, которые Adidas, там такой Nike, который первый у них. Кроссовки я люблю. Гарантии туда поеду, посмотрю. Еще открылись здесь Adidas магазин. Давно есть здесь, но раньше было очень-очень дорого. А сейчас Adidas Reebok осталось. А сейчас немножко дешевле сумма, хорошо продают. Когда пандемия переехал, да, они народ не нашел. А сейчас нормальная цена продают. Hummel, который это марк немецкий читается, но я один раз купил, нет. Сейчас пойду кроссовку посмотрю, потом быстро одежда, потому что у меня надо успеть еще дети забрать на школу. И здесь раньше было хорошее магазин, а сейчас имя Wearable раньше, а сейчас Jolia. Одно и то же товар продают, наверное, фирма просто имя меняли, просто имя. New Balance обувь продают. Раньше также был. А сейчас также, если новый хозяин, новый что-нибудь оставить. 1078 лира на эту обувь. Дорого. Очень дорого. На рабочих русский, по-русски говорят. Спортивные, что штаны нужно мне. Армани, Милано, Нью-Йорк, Пухафик. $4,285. Ой-ой-ой. Дальше. Это не магазин просто. Они просто открылись сюда. Не знаю, что. Это не магазин, точно не магазин, друзья. Время 12 часов 05 минут. Обед, друзья. И здесь утром там отели привезет очень много народу трансфером. Оставляют вечером, забирают народ. Я на улице спросил, которые одно фирма говорит за человек $15. Других говорят $17 за человек, который... Они привезли белек за человек $17. Такой магазин, не знаю, интересный, не интересный, друзья. Пишите комментарии, которые фили. Это хороший магазин. С
советую, которые, у них товар отличный, у меня пиджак есть, кейли. Посмотрим, почем продают они. $1100. Пиджак. Вроде здесь интересно, магазин открыли. Которые дубленка продают. А это красота, что это зовут, я не знаю. $10,560. Девушка, это как называется по-русски? Шуба? Без рукавка? Без рукавка длинная. Короче, дубленка, друзья, тоже продают. Пожалуйста. $6,840. Куда пишешь? Не очень такой, друзья. Магазин, да, большой. Количество есть. Человек мне говорит, много не надо снимать, потому что у них модели воруют кто-то. Церковный центр, который у них аренда большая, огромные деньги. 10 тысяч, ровно 1000 евро, друзья. Усполо. У них пока никаких скидка нет, у них выглядит ничего. Так просто пойду посмотрю, что есть. $449 рубашка, $270 рубашка. А это очень тонкий. $800. Совсем что ли? $800. Наверное, они пандем ничего не смог продавать. Когда магазин все открыли, все туристы два раза больше деньги забирают. Что такое это? Но это Томми Хилфер вообще дорого осталось. Андрей, когда я говорю дорого, он говорит, ты что, ты давно не был в магазин. Это настоящая такая сумма. Вот, друзья, это который мой любимый магазин. Sportive Outlet. Я всегда здесь первый смотрю, интересно, что-то кроссовок вижу, конечно, передумаю, сразу не купаю. И здесь, да, цена нормальная. Раньше Outlet магазин был очень-очень дешевый, а сейчас так Outlet тоже осталось очень дорого. Рыбок такой, нет, не интересный, и почем? $460, $59. Это интересно, пума. $840. Эта пума немножко красива, но $700. Интересного ничего нет. Это немножко. Цена. Цена не написана. А, 670 лира. Outlet. Должно быть здесь еще дешевле, нет? Женский обувь. Какой красиво. Вот это примерно. 550 лира, друзья. Ничего интересного. Детский обувь. $471 это. А что она? Adidas. $140 вот такой. Спортивные штаны посмотрим.
250 лира, друзья, эти штаны. Даже пижама лучше, чем его. $280 лира. Более-менее нормально, но не такой. Дальше. Друзья, и здесь есть нормальный аутлет LC Waikiki. Нормальный магазин, еще есть аутлет LC Waikiki. Между с тобой разница, что здесь аутлет, который старый модель, который новый магазин, который просто Waikiki, со новой модель. Люди говорят, женские части вообще не показываешь, пожалуйста. Какой страшный. 180 лира. Рабочее место можно одевать вот такой. 130 лира. 1100 рублей. Вот это симпатичное. 270 лира. Такой пиджак. 150 лира. 270 лира вот такой. 70 лира эта штука. 55 лира. Конечно, женская отделка больше, чем мужской. А мужской что есть интересного? Китайский пуховик. Что увидел я? Что увидел я? Вот такой пуховик. Почем? 300 лира. 290 лира. Свитеры есть, друзья, разные. Они почем? 50 лира. 140 лира. 18 лет, это было очень популярно, вот такой. 40 лира, друзья. Очень популярно было это. Каждый был такой, моего возраста. Классик. Штаны 60 лира, не подешевел еще. Пижама 70 лира. Турист есть, турист катается. Джинсы, друзья, 75 лира. О, 270 лира вот эти. Это тоже было модно. И здесь познакомились один турист, и говорят, уже в этом году четвертый раз приехал уже в Турцию. Говорят, три раз ничего не купил, сейчас приехала она купить. Мави я сейчас поеду, друзья, я себя там выбираю. Мави. И уже Waikiki одно и то же цена приблизительно. Мави один тык больше деньги. Чуть-чуть больше. Сейчас покажу. Друзья, магазин Мави. Захожу. 160 лира свитер. Новый это там со. 250 лира новый свитер, новый модель. 300, да. Если Андрей был бы, сразу купил бы это. Да, молодец.
джинсы. 200 лира, друзья, джинсы. Женская отделка здесь. Вот такой симпатичный. 500 лира. Качественно. Сто 50 лир вот эти. Новый это со. Сто 120 лир. Куртка, очень много куртки есть везде. 400 лира, друзья. Мави, которые. Свет, конечно, разный, очень много. И здесь распродажа джинсы. Со мави. Два штук 230 лира. Который я люблю такой свет. У меня дома уже сколько есть? 450 лира. У меня купить сейчас. Жена не пришла со мной, да? Это интересно. 300 лира, друзья. Тонкие, для Анталии эти. Сто 170 лира. 180 лира, 2 штук. 180 лира, 2 штук. Скидка есть там. Самое первое тоже так же. В прошлом году, который что осталось? 2 штук 160 лира, 1 90 лира. Мави футболка 80 лира, друзья. Какой почем? 100 лира. Двести лира. У меня нет черный джинс, друзья. Один черный джинс купил здесь. Мави. И сверху полка либо свитер куплю сейчас. Друзья, хотел джинсы купить на это, которые для рабочих. Это не черные. Не знаю, как крепко. Говорят, новый коррекцион 300 лира. Я купил, в принципе, дома есть один, помните? Месяц-два назад я один раз не девал. Говорят, это сон новая модель. Нету ничего нормального. Что за новая коллекция? Что такое это? Это есть у меня. Новые 230 лира. Сто 170 лира, друзья. Вот такой мне тоже понравится, зеленая. Мои туда Андрею купил. У меня есть тоже побольше размер уже, я похудел. Наверное, ничего найти не могу. Такой футболки почем? 70 лира, друзья. И здесь меня один выбор ждет. Давай один выбираю, друзья, продолжаю. Друзья, один не одевал. Короче, как выглядит, не знаю. Давай схожу. Хорошо выглядит.
это купил на следующий. Друзья, второй я одевал. Это чуть-чуть побольше. Давай куплю, поеду. Еще, конечно, любимый магазин есть. Туда тоже пойду посмотрю, что есть интересного. Друзья, женская отделка, которая для зима, 180 лир, вот такой свитер. 300 лир, вот такой, здесь такой красиво. Женские платки. 250 лир, друзья. Цвет красиво. Сегодня такой. Также сумма. 250 лир. Одно штук свитер 90 лир, два штук 150 лир. Который я купил себе, друзья, два штук свитер. Это тоже интересно, что почем. 400 лир, друзья. Дальше. Де-факто, это женская отделка. Почем она? Она нет. Цена нет. Цена где написана? А, 120 лир, друзья. Двести 230 лир, вот эта штука. Цена нормальная. Де-факто, настоящему. О. 130 лир. Страшно такое платье. Свитер 60 лир, друзья. Рубашки такой. 99 лир. 100 лир. Восемьдесят лир. Одно время очень модно было это Турция. Очень-очень модно было. Одна, которая девушка поет, она одевала 70 лир сейчас вот. Очень популярно было. Сто 30 лир, 120 лир нижняя. Девяносто лир. Штаны 100 лир. А это красота. 150 лир. Цвет очень интересный здесь, красиво. Да, зима. 90 лир, друзья. Такой симпатичный, мягкий. 100 лир. Сто двадцать. Друзья, сосна, я рассказываю тюркских лира. Сто 170 лир, друзья. О, 180 лир.
Вот такой мне понравится. Елена, не знаю, понравится, не понравится. Ее очень много есть. £150. Вот такой. Платье. Юбка £80. Свитер £70. Пойдем с кое, посмотрю, что есть интересного. Друзья, мужская отделка. Рубашка £130. У меня есть такой рубашка. Харга. Почем харга? £150. £100. Вот, без рукавника. Почем здесь? £200, друзья. О? Но очень много. Вот это. Во. £350. Китайский пуховик. £400 это. £150 джинс. Это женский? Нет? Мужской. Fiyatı ne efendim bunun? Bakayım hemen. Ellerim dolu, kusura bakmayın. 100 lira mı? Pardon. 170 TL. 170 TL duruz ya. Yandaki? 100 lira. 100 lira. Знаете, желтый тоже интересно. 120 lira duruz ya. Куртка из здесь интересно, так свет интересно. Еще крепический, конечно. £380. Мне это очень понравилось. XXL. Выглядит просто супер. У меня XL уже. NBA. XS. M. M. Это что? XL. £170. Капюшоном, мапюшоном, так? Давай, померим. Вот штаны. £170, которые я, у меня понравились. Я себе купаю, Андрей сразу убирает мою руку, я знаю. Пойдет туда, смотрю, друзья. Уже потихоньку закругляю. Друзья, одевал один. Не очень такой. Показывает очень-очень молодой, но не такой. Очень толстый показывает. Нет, но свет отличный, красиво, но низу, которые, видите, вот таких испортился. Друзья, де-факто есть очень много, но у меня времени нету. Хороший магазин. Мне надо успеть еще дети забирать. Народ есть, друзья, турист много. Они гуляют, все есть интересно. Я надеюсь, хорошо, много чего я вам показывал. Дорогие зрители, для вас, конечно, я снимаю видео. И еще, конечно, себя купаю покупки. Подписчики встречались здесь. Они просто не хотели снимать вместе. Вот, друзья, сейчас пойду дети забирать в школу. Успеть надо, у нас туда 20 минут машину. Забираю дети, оставляю дома. Кормлю, конечно, все. Урок надо посмотреть, потом Андрей забирает. И вот такой день закончился очень быстро.
уже так к концу осени, скоро будет начинать холод, вы знаете это уже. Но погода отличная идет, отлично, просто плюс 30. Жарко, друзья, очень жарко, да. Самое главное, что здоровье части, вот остальное все ерунда. Всем спасибо большое, друзья, увидимся. Подписывайтесь на канал, поставьте лайк. Всех люблю, друзья. Конечно, ваши комментарии я читаю, посмотрю все. Если вопрос есть у вас, пишите, которые где-то люди переживают. Мы не видели, можно снимать вот такую. Очень много я вижу. Как успею, снимаю, друзья. Пишите меня. Всех люблю, целую. Пока.